трусы обуты или обувать надо? Обувать надо. Всем привет, ну чё, 85 уже тысяч. Всем привет, дела нормально. Мы сегодня откатали тренировку и поехали поесть. Устали немного. С тачками все огонь. Все едут. Почему пришли? Ну, это не страшно там. Все понятно. Ты... На чем едешь РТС? Я, походу, дела еду на Sky, но все может поменяться. Мне кажется, в любой момент. Сегодня Skyline попробовал 265-й и слоек сзади. 18. Охренеть, там что никогда не перед. И она себя неплохо ощущает на данном конфиге. В смысле, она? Ну, Skyline. Я подумал, что она. Смотрим по результатам квалификации и по результатам гонки. Да я кровь не пройду. Почему? Да не получается.
Гоча, кстати, скорее всего, поедет. Я объясню, почему его не пройду. Я тренировала, что вчера Катя коробку сломала на Алтезе. Каким-то чудом. Вообще не должна была сломаться, но она сломала. Какого чуда не было, просто ехала и сломала. Привет, привет. Все нормально, сегодня тренировка. На первое место приедешь? Завтра в Куале может быть. Бэкворды, кстати, на Sky получаются, ну, за счет колеса сзади держакова. Вообще нормально прям получается. Вот, завтра так подключайтесь, смотрите квалификацию, ну, трансляцию квалификации и что наблюдаете, как там у нас успехи. Завтра, в принципе, еще много достаточно тренировок. Две партии по часу. Две партии? Ты не в театре? Практически в театре. Вот, поэтому еще завтра тренинг. Пускай, если что, весит не больше, чем Альтеза. Сколько? Ну, 350, да, на 100. Ну, Альтеза, по 290. 50 килограмм. Знаете, что вы приняли? Нет гарнитуры. А, или есть. Что вы решили? Смотри, перед всем я не сделала вообще какую-то мировую славу. Лучше в Сибирь. А сегодня приезжала Настя Туман, если вы знаете, кто это. И она снимала, ну, короче, меня, Таську. Как минимум будет Настя Туман, где на ее канале. Когда я поеду, ну, весь сезон, все, ну, как бы, все надо связать, пожить, паузу, когда да, поеду. Не так слышно? Блин, надо вот тогда сюда так. Так а мне зачем? Мне не надо слушать ничего. Ну, так как, чтобы это держалось, сейчас потом. Просто вот так. Нас слышно, нет? Нормально? Злой. Да потому что злой татарин по жизни. Я в разное бываю и злой, и веселый. По-разному. Ну, то есть от ситуации зависит, от внешних факторов. Поэтому все переживаем. И злость, и радость. Злость, и злость. Ну хорошо. Привет, привет. Ну что вам, может, на какие вопросы ответить? Скажите. Блин, там еда есть, это не моя. Плохой ракурс, не снимай. Подошел к тебе твой болельщик, а ты чуть не послал. Ты зачем болельщиков послаешь? Я же не послал, значит, нет. Ну, значит, не вовремя. Да, вообще есть одна такая тема, вот для меня особенно актуальна, потому что я психически неуравновешенная. Бывают моменты, когда, ну, как бы не надо подходить, и... Нет, короче, если подходите и, как бы, видите, что не в настроении человек, то лучше... Нет, делать не в настроении. Лучше с пониманием отнестись. Я экран перестал работать, я не могу крутить комментарии. О, все. Нет, дело даже, мне кажется, настроение, просто иногда ты занят, а иногда ты не занят. Вот и все. Да, так, дальше и тебя. Про зиму тоже ничего не могу сказать. Если будет складываться что-то с следующим летним сезоном, то есть вероятность, что я вообще не поеду зиму, буду готовиться, ну, к лету. Рычаги его заказывать у меня на сайте. teamkatya44.com. Заказать просто пишите в личку, и там все разберемся. Ну, проще у меня на сайте, чтобы сразу же оформить с адресом. Короче, можете куда угодно писать, и там все понятно. Привет, Киев.
Знает он татарский, особенно ругательство. На следующем сезоне я еще пока не еду никуда, поэтому ничего не могу сказать. Ой, Катя хрюкает. Стандартные амортизаторы ставьте, только не газомасляные, потому что они в мороз становятся слишком жесткими, а просто масляные, и все будет нормально. Спасибо за положительные отзывы. Ну, финансово не сложилось, и все, поэтому не поехали. Там на самом деле, чтобы в Владик поехать, нужно за как минимум за полгода готовиться к этому. Резину там 285-ю заказывать, и, короче, все очень сложно, чтобы там качественно проехать. Как бы просто взять и поехать там не получится. Ну, чтобы поехать сразу же нормально, то такую же платформу надо строить, типа Алтеза, там что-нибудь подобное. Хотя бы, ну, маркообразно, тогда можно сразу поехать качественно. Иначе сезон только на то, чтобы вкатиться, настроить, это, ну, не рентабельно. Вот как раз-таки ставили газомасляные, и они почему-то замерзли. Она вообще не отрабатывала никакие кочки. А масло почему-то работало. Не знаю, вот у меня такой опыт. Альтернативы пока что нету. Не, на самом деле никого никогда не посылаю, но как бы могу просто, ну, очень кротко ответить на какой-то вопрос и все, и пойти по делам своим. Ну, коротко. На 90 кузов просто поставить стойки, ну, колы какие-нибудь, и сошку запилить на шаровой. И все, это самое простое. Все будет работать. Ну, с Ваней Никулиным можно было еще круче проехать, но не хватило вката, чтобы это реализовать. Ну, дешевле, конечно, 8-клапанный мотор. На нем можно, в принципе, ехать 1.7. Если бюджета побольше, то лучше снарь поставить. Но опять же, если нужна мощность, поэтому, ну, в зависимости, где ехать. С Алтеза все в порядке, как бы нормально. Бывает, конечно, вылазят некоторые проблемы с топливным насосом, но там что-то с проводкой надо это. То перестает работать насос, то работает нормально. Вот, надо ее чуть-чуть там. Подокислились контакты, видимо, и пропадает. Все. Надо почистить. Я думаю, что завтра чуть-чуть займусь этим, чтобы проблем не было. Вот. Я не знаю, с Nissan Gloria как вообще ни разу, что там за подвеска стоит, даже не видел. Короче, по поводу зимних Жигулей. У меня есть ВКонтакте группа Dream Garage называется. Вот. Я там создал бота. Подожди. Ну, снимем видео, но я еще создал там бота и запрограммировал его отвечать на, ну, короче, там много мне вопросов задавали, я их использовал для того, чтобы запрограммировать бота. Поэтому можете писать ВКонтакте ему. Мы вроде более-менее настроили, но еще не до конца. И он вам на многие вопросы ответит. Вот. Я буду следить за ответами за его. И что-то, может быть, корректировать еще.
ваши рычаги, ну, могу подарить без проблем, если нужны, опять же. Строй, кстати, Жигули. Построй Жигули, будем команда ехать РДС. Вот это что там, РДС зима какая-нибудь или Winter Drift Battle. Будет прикольно. Смотря на какой РДС, на Сибирь не сильно много, на Запад побольше. Данлоп, нет, не пойдет на зиму. Дамир, ну остальные части, ты ешь? Давай. Дайте покушать человеку. На Кубу Вика, наверное, поедет. Вот, мы хотим, да, снять видео про Жигули, как их правильно настраивать, как их правильно собирать, какую платформу выбирать, какой мотор. Может быть, даже не на одну серию, это, блин, какая страшная, ужас. Не на одну серию, может, даже хватит. Вот, чуваки, вам не стыдно писать? Подари сошки, подари рычаги. Ну, типа, блин, это же максимальный стрём, зачем вы так делаете? Вот, я думаю, Дамир пока непонятно, на чем поедет, может быть, на пятаке. Привет, привет. Привет, Жень. Контик АБД альтернативы на самом деле нет, но только Хака восьмерка. Да, но она хорошая, но все равно уступает в БД, но когда он был свежим, да. Сейчас уже, конечно, БД, ну, ушел в небытие. У нас нет команды зимой, поэтому с нами в команде поехать невозможно. Группа ВКонтакте, как у тебя называется? Dream Garage? Да? Dream Garage, да. Как это, хапку купить? Ее она просто оказывается ранее, все будет. Ну, 175-я хака хуже, чем 155-я, потому что там более широкое пятно контакта, соответственно, меньше давления на шип, поэтому 175-я показывает себя хуже, чем 155-я. Червяк или рейка? Червяк или рейка? Я не знаю. Наверное. Заварка. Заварка. Дамир ответил. В огромном сезоне моношины не будет в этом году точно. На этап РДС Сибирь, наверное, тысяч... Не знаю. Но если живешь в том же городе, в котором оно проходит, то 1150 хватит, наверное. Да, и 5. Я этап РДС Сибирь еду за 8000. Ой, ну за какие 8000 ты едешь этот этап? Кому ты пиздишь? Долларов разве что. Мы в Бенедикт Клаб. Я просто сегодня с утра очень хотела Бенедикт скушать. И сейчас вечером только добралась. А извините, можно мне кофе? У вас есть вчера какой-то то ли клубничный, то ли пломбирный, какая-то такая история. Вот, давайте такой. Привет, я от мальчика, который дарит цветочки тебе на этапах от Артемки. Ой, ему тоже большой привет и поцелуйчики. И вообще он мой самый любимый фанат. Он очень крутой. Настоящий джентльмен. Так круто, что ребенок уже в таком возрасте научен таким вещам. Это вообще просто золотое воспитание. Я своего сына буду воспитывать так же. Серия про Жигули будет... Я тут Dream Garage сразу же начал вопросы приходить. Серия про Жигули будет, но вот катаем этап, я думаю, что в понедельник начнем снимать, ну, в конце недели, может, будет. Дамир, есть ли смысл строить на 213-м моторе Жигу? Да, есть. Новая коробка на Тезе, 154-й сток. Да? Там же сток? Что случилось?
Почему на моей новой коробке не работает, объясни мне, четвертая передача? Четвертая и пятая. Почему на всех коробках 154-х не работает четвертая передача? Последний видос зачетный, спасибо. Заварка или блокировка? Заварка. Гидрики или болты? Болты. Почему сошки на жигу на ЧПУ станке не изготавливаете? Есть в этом смысл? Нет, смысла дешевле переварить. Дешевле переварить. Кофе на ночь вредно, да вообще все вредно, в принципе. Я веду достаточно неправильный образ жизни. А есть смысл ехать летом на форике? Если изначально иметь просто бюджет и выбирать, что купить, форик или турик, то, конечно, проще турик купить. Нет, это геморрой. Настя глупые вопросы не задавала, она вообще очень контактная, очень приятная, и мы отлично сегодня провели день вместе. Единственное, что вопросы, конечно, такие, на которые я уже отвечала не раз. Вот, ну, как бы такой момент есть. Но, опять же, у нее аудитория немножко другая. Люди, которые будут видеть, скорее всего, первый раз. Поэтому я думаю, что им это будет послушать интересно. Привет, привет, Казань, Татарстан. О, салам. Когда ты сделаешь оранжевый задний бампер. Слушай, ну история такая, что Sky настолько сейчас плохо выглядит снаружи, что, ну, его если делать, его надо делать весь и полностью. У меня сейчас нет денег, желания, возможности. Спасибо, пожалуйста, я не могу почитать. А ты не читай. Я и так тебе все читаю. Короче, у меня нет сейчас возможности полностью восстанавливать Skyline, соответственно, и бампер пока черный. Гаражные видосы хорошо заходят. Согласитесь, есть какая-то атмосфера в видео, которое я сама монтирую. Как тебе блинчики, невкусные, да? Нормально. Да, Гоч купил. Поедет в этап, продаст себе, скорее всего. Слушай, ну ты знаешь, сколько есть людей, которые тоже шарят в тачках, круто едут, и они не то чтобы в этом сезоне не едут в РДС, они вообще никогда в жизни не ехали и, может быть, никогда не поедут. Поэтому здесь, ну, обидно, конечно, но это жизнь, как бы история такая. Я думаю, что до мира еще все впереди. На Казани и Ринге мы не гоняли. Минск, привет. Ребята, с чего вы вообще взяли, что спонсоры прям так сильно рвутся в дрифт и желают отдать денег? Они, если покрывают какие-то расходы, то, может, одну пятую часть. Ну, я не знаю, нет, наверное, у топовых пилотов не одну пятую, но очень сложно найти деньги. Установить Sky у русского мастера, я думаю, 1150 выйдет. Нет, не надо рисовать черным, надо рисовать с оранжевым. Я его восстановлю за зиму точно. Ну, нельзя в следующий сезон выезжать на такой же машине. С Ютуба нет, конечно, денег никаких, там слишком мало просмотров. Я еще не знаю, поеду ли вообще зимой. Да поедет, конечно, куда денется. Возьми Даймира на работу, но мне не нужны неквалифицированные сотрудники. Работа на какую должность? У меня очень сильная команда. Как бы тем, в чем Дамир силен, я не занимаюсь. Про развал спрашивают. Слушай, ну для того, чтобы получить спонсора, нужна хорошо развитая медийка и, ну, как бы вот эта вся история. Умение работать с аудиторией и желание. Поедишь боком или не поедишь? Люди, почему поел. Вы пишете «поедишь»? Я уже поел. Вот хороший ответ. Всем привет. Какой мотор поставить Вольтесу, подскажите, чтобы она ехала? Ну, в принципе, с любым мотором она ехала. На каком колесе ехала и где ехала? На площадке или на трассе, там, типа, ну, Москва, РСВ, что-то такое. Не знаю, где, смотря.
Она и так поедет на стандартном моторе. Поедишь. На трассе там сил 500 надо, наверное. 2 GZ. 1 GZ тоже можно. 1,5 GZ тоже можно. RB25 тоже можно. Ну, я прям все включаю, сколько у меня смотрит. Тебе привет из Риги передает. Привет. Блин, Рига один из моих любимых городов, очень крутой. Да, я продал двойку. Не буду. Все, не трясу. Про развал на Жигу расскажи. Что, развал большой не надо делать, там минус 1-1.5 градуса. Блин, простите, это я щелкаю, потому что здесь есть хрень, которая щелкает, и мне очень нравится ее нажимать. Простите, я больше Катя не буду. Катя просто нервничает и что-нибудь делает пальцами своими. Рига, да, но я была там, вот последний раз там была в мае на гонке. Как RDS GP в целом? Я думаю, это тебе вопрос. RDS GP? Да, ну, как бы нормально в целом. Нормально, есть там вопросы, конечно, иногда возникают, но не знаю. Почему считается, что кузов Altezza не пригоден для дрифта высокого уровня? Это кем считается, интересно? Вообще прям нормально пригоден. Прекрасно. Я думаю, что ВК. Как минимум за счет объема он выводить будет точно. На ФИА нет, не поедем. Хотя я бы съездил с удовольствием. Почему большой развал не надо делать? Чтобы в угол не проваливалось и перекладывалось резче. Большой развал, он, когда ты прямо разгоняешься, и постановки тяжеловато будет исполнять. То есть надо, чтобы пятно контакта сохранялось же во всех режимах поворота колеса. Спрашивает Дамир, как втулка, которая тебе не подошла? Ну, ты понял, о чем я. Втулка работает на своем месте, законном. Все с ней в порядке. Вам понравился Crash Green? Ну, как Crash может понравиться? Нет, нам он не понравился. Двойку я продал, а другой двойки у меня нет. Какой бюджет должен быть у двойки, чтобы она была конкурентно способна? Я думаю, 1500 хотя бы, нет? В этом, Winter Drift Battle. Winter Drift Battle? О, Black Drift, привет. Ну, с работой пускай будет 300 тысяч. 300 точно надо, я думаю, больше. Да нет, не больше. Дамир сегодня отлично покатался, он прекрасно проезжает конфиг, ему все нравится, куча дыма от Skyline, я еду как чмо. Нормально ты едешь? Да я хрен, ты видел хоть Димы про что будешь, да, судить? Нет, ну ты постановку ни одну мы не ел. Я за тобой ездил несколько раз. Ты ехал, я сзади с тобой. Нет, Скайния будет трансформироваться в нечто, как Оргадец Реграция. Будите? Почему они все время пишут букву И в конце? Будите? Дрэг смотреть будите? Нет, Дрэг нам не особо. Дрэг. Ну, я бывает иногда смотрю. Лиза, но, привет. Как бы, так по приколу. Будите, поедите. Нормальный эксперимент. Вообще, как бы, отсечка, ну, грубо говоря, сколько крутится мотор, это интересная штука, потому что бывают такие трассы, площадки, где можно использовать короткую редукцию, но если будет мотор крутиться высоко, то это будет очень удобно. Пофиг на низы, там, что там где-то там на 2-3 тысяч, ну, мотор не раскручивает турбину, зато после там 4500 до 9200 мотор будет неплохо ехать. Там максимальная мощность особо не надо, а вот именно крутибельность мотора, она будет решать. Поэтому вообще, в принципе, мне кажется, интересно на таком моторе поездить.
и рабочая схема. Дамир, это твою двойку украли, распилили, да, мою? Жень, насчет Мишлена мы не знаем, мы на нем не ездили. Абсолютно никакого мнения по нему нет. Летнего Мишлена? Нет, зимний. Ездили на Мишлене. Мишлен, ты ездил на на Ice Nord 4? Пробовали, но это вообще не рабочая. Да, фигня. Так, Катя, ты не чмо, спасибо. Так. Что там пишет? Подожди, что он... Пиши в личку, договоримся. По рычагам смысла. Да, в северо-западном. В итоге сезона, что думаете о развитии GP? Стоит ли ждать видео? Да нет, наверное, по GP что особо рассказывать. Слушай, опять, ну-ка, подержи. Более не сейчас, чтобы ты говорил, у тебя слушать, поэтому... Два комплекта хайпки хватит на зимний сезон, ну не знаю. В РДС, тут и в Winter Dream Battle не хватит два там комплекта. Там хватит на один этап максимум. Короче, там надо из расчета этап, пара. То есть на морду можно, в принципе, весь сезон, ну лучше, конечно... 4 покрышки на морду на весь сезон и назад на каждый этап по паре, чтобы гонку отъезжать на новой хайке 8-й, вот сзади пару поставил, гонку отъездил и потом ее в тренировке. Борис, привет. Спасибо. Карина, старые старлеты могут ли шагами конкурировать? Ну, 100% непонятно, могут ли, нет, еще никто не строил таких проектов, которые бы... Ну, вообще, они ехали достаточно неплохо, но недостаточно. Зимой же как там, вообще, какого-то мизера не хватает, и это уже выливается в космос, ну, как бы, там, в середине трассы на разгоне, это можно удержаться потом. О, вот человек дело пишет, почему в Красе такие ужасные водители, здесь реально они долбоебы на дорогах, все невозможно. Екатеринбург, конечно, только что нет. Дамир-то, может, думал форвард, не фейл кривую, просто там думали, не фейл кривую форвард, а Дамире. Новый айфон или заряженный Жигуль? Конечно, Жигуль. Он же не, дороже. Новый айфон зачем? Не нужен особо. Кто был ваш фаворит в этом сезоне в ГП? Фаворит Гоча. Чё, охренел, что ли? Чё? Гоча, у тебя Гоча фаворит был? Да. Ну, он в Гоче просто топ. То есть Гоче, да? То есть ты за Гоче болел? Нет, я не болел, ну, как бы, я... Так, ребята, здесь серьезная дерьмо сейчас начнется. Какой нахрен Гоче? Ну, Гоче просто вывозит вообще. Слушай, ну, я не спрашиваю, кто вывозит, я спрашиваю, кто твой фаворит. Фаворит это тот, кто, ну, типа, стопудово там первые места будет занимать. Ну, ты так считаешь, допустим. Ну, Гоч себя ощущал вообще прям. Короче, ты попал. По кайфу. Какой-то мир земля тебе попал. Ответ по посреди зимних жив будет. Больше семейной ругани не видели. Дика из города. Лосев круче царя, да. Лосев круче едет Аркадия. Да и вообще Лосев красавчик. Нет планов на летний. Аркадий, конечно, Аркадий раскатился, конечно, и тачку, видимо, поднастроил, но раскатился под конец. Но вообще, в целом, как бы, Жека поагрессивнее едет. Ну, позрелищнее. Жека вообще в целом поагрессивнее? Нет, в целом он вообще не поагрессивнее. Слушай, ну если лося разве злить, он агрессивнее? Нормально. Ну... Просто не надо злить его. Любого разозли, как бы... Меня разозли. Смотри,
поиграться в эту хуйню построить. Дайга свой парень, да. Гоча у него фаворит, блин. Ребят, ну будут какие-то вопросы? Да нет, у нас планов на следующий сезон ни у кого. Хватит спрашивать про планы на следующий сезон. У меня не отсутствует. Мы не знаем, какие планы, потому что вот у меня сейчас 3000 рублей в кармане, у Дамира 6500. Вот все планы. Салам, салам. Если... Так, сейчас. Если не красное кольцо, так, если себя учиться, есть возможность купить выход, есть смысл или другая модель? Для, на самом деле, для обучения абсолютно пофиг, какая это будет модель. Это будет худоба, хоть семерка, хоть пятерка. В принципе, навык одинаково нарабатывается. Может, даже лучше научиться сначала на седание, потом пересесть на универсал. Ну, по возможности. Если подвернется универсал, то лучше, конечно, универсал взять. Вот. А если нет возможности, то без проблем можно пятерку брать и на ней долбить. Как вам совместно гости РДС ДП, с кем было интересно прокатиться? Но я вот каталась только с Райаном Пёрком. И, по-моему, все из зарубежных гостей. Мой фаворит. ДП. Женя Лосик, наверное. Женя Лосик, да. Я за него болею всегда. Женьку Ружейникова болею всегда. Да и как-то все хорошие, не знаю. Когда будет ответ по постройке? В конце недели следующей. Я не знаю, про Бурята я. Дамир, что друг по второй день не берешь? Спрашивает тебя Серега. Все, я беру. Серый, позвони завтра мне, я проконтролирую. Кто эта девушка? Такая девушка. Не, Бритвей Боря уникальный человек, потому что он дрифтер, но при этом он высокоинтеллектуально развит, что очень большая редкость. Красноярск, Владивосток, в одну сторону стоит 1050, наверное, да? Что стоит? Автовоз. Автовоз 60 получается. 6, в одну сторону? Не, в одну 40. В одну 40. В одну 40. Ну там просто в одну сторону 40, а обратно уже там 20 тысяч стоит, поэтому... В общем, 60 получается. Есть ли смысл масла, кулер, багажник? Нет, масла точно, кулер нет смысла, багажник. Это на него еще вентиляторы, проводку, это все геморрой, не надо. Ну, уже были проблемы постоянно с машиной. Ермохин норм едет из новичков. Ничего, что Ермохин 14 лет уже бабашит, но из новичков, да, он норм едет. Этап на Sky, смотря где. Но, в принципе, не, дешевле, конечно, чем на Тессе. Кафе не надоело, я спрашиваю? Нет, не надоело. Ты просто ему вилку в бок засунула. Он отвечает. Можно вообще легко уложиться. Да, можно уложиться в 100. Можно даже в 60 уложиться. Ну нет, в 60 не... Давай Алтезу поеду. Слушайте, ну все одни и те же вопросы задают. Ну, ничего страшного. Это, по ходу дела, нас Илья Федоров смотрит. Илюха, привет. Чё ты не спишь, у вас уже поздно. Как поздно, у них наоборот рано. Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы ехать в сезон? Если можно, то отдельно про зиму, отдельно про лето. Не знаю, сколько нужно. Много. Я много зарабатываю, все равно не хватает. Топ-3 зимних пилота. Топ-3 зимних — Лосев, Потапов. И ты.
кто еще зимой так хорошо? Да не, на самом деле топ-3 сложно выделить, можно там топ-6 выделить, это проще будет. Ну, вообще, я вот топ-2 прошлого года это Лось Потап. Вот, это точно. Да, может даже нас посчитать. Нет, нет. Нет. Да, налично. На Умов, да. Привет, привет. Сохраним эфир. Так я завтра уже возвращаюсь в дрифт на один этап. Нет ограничений по мощности. На зиму заварка. Нет, нас не узнают. Слава богу. Что там на Ютубе делать? Я же не знаю, что вам рассказывать и снимать. О, Илюха послезавтра летит в Красноярск. Такими судьбами. Мы здесь будем, поэтому... Послезавтра? Да. В воскресенье, что ли? А что, давай пиши. Раньше надо сегодня лететь уже, чтобы полетай, завтра... Полетай, завтра поедешь. Нет, хотя на чем он поедет? Ну, найдем тебе какую-нибудь тачку, поедешь. РДС Сибирь. У меня есть Лаурель 33 на подвеске, но туда надо мотор установить, коробку, поэтому, в принципе, как раз, Люха, для тебя варик. Мы же за ночь справимся. Спасибо за хорошую оценку последнего ролика. Всем парням, да ничего, не знаю, заблокировался, везде все удалил. А, точно, наверное. Да. Конус мини, может быть, о фланкере. Мы на нем не ездили, он красивый. Привет, набережные Челны. Да, спасибо. Tension N1, все четко, все работает, как бы можно брать, ставить. Слушай, с видяками вообще был провал, долгое время ничего вот не монтировала, не снимала, тяжело на самом деле, много работы. Но к зимнему сезону пока не готовимся, даже наоборот. Я постараюсь. N1 я полетел. Ой, извините, пожалуйста, спасибо. Кто красивый, Домир или фланкер, он Домина, разумеется. Что думаем по поводу ухода Кабы с конца сезона? Я очень скучаю по Сергею Леонидовичу. Домир Син Татар Малоемы? Да. Дамир не хочет со мной в команде ехать ни зимой, ни летом. Он не понимает, что это ему же на руку, особенно летом. Он находит себе более перспективных сокомандников, чем я. Поэтому в команде мы не поедем. А я тоже себе кого-нибудь найду по перспективнее в команду. Понял? Чего это Тарин? Сколько примерно достоит зимний сезон? Много.
Если без учета машины, наверное, 1020 этап стоит, чтобы, ну, нормально катнуть. Как ты можешь говорить, что Дамир красивый, если у него фаворит Гоча? Слушай, ну, он красивый объективно. Я ж не говорю, что он умный или хороший человек. Я просто сказала, что он красивый. Не женская, а мужская версия Дамира. Дамир, у тебя в следующем сезоне, чтобы все этапы ехал, то лучше, да, по тебе. Постараемся поехать. Заварка. Заварка. На приори катался, но не боком, а просто катался. Самый большой минус РТС-КП. Самый большой минус, мне кажется, нету связи судейства с пилотами. Вот это самый большой минус. Насчет уральских агрессоров не знаю. Одесский юмор, да. Вот такая история. Нет никакого секрета. Почему именно Теза? Ну, Дамиру не пришлось выбирать, ему досталась эта машина от спонсора, а я ее купила, потому что она красивая. Дамир не хочет ехать со мной в команду. В команде. В Красноярске как-то все время, знаешь, я по гонкам тут и не до культурных проектов, хотя хотелось бы, конечно. Да мы не знаем, где взять шиковские передние крылья. Напишите для этого Шикова, наверное, он скажет. Мингарифович он побачит. Эфир затормозил, повтори про спонсоров. Да что спонсоры? Хрен с ними. Альтеза останется бирюзовой. Мы знакомы с мая прошлого года. Почему говорят, что мы похожи, может, такие разные? И до Тулина. Кать, я говорю, а ты не говоришь, потому что микрофон у меня. Всем спасибо за вопросы. Эфир мы, наверное, сохраним. Ну и поедем отдыхать. Какие твои вопросы, Вань? Какие вопросы мы пропустили? Расскажи мне. Мы пара идиотов. Ладно, все, всем пока. Ну, просто Ваня жалуется, что мы на его вопрос не отвечаем. Какие? Какой вопрос? Не знаю. Ну-ка, давай, Вань. Не пора, не почти. Окей. Ну, Вань, давай вопрос. Давайте рассуждать. Что про Гочу? Не, рассуждать мы не готовы. Мы только готовы ответить на вопрос. Посмотрите, как Гоча вот выступит в РДС Сибирь. Пока-пока.